Здравствуй, Наташенька, с праздником тебя. Тут сообщение мне пришло. Голубицкая смыла крокодиловую ферму. И все крокодилы теперь в море, 130 штук. Теперь на Азов не задумайте ездить, предупредить своих. Крокодиловая ферма. Здравствуйте. Мы журналисты Керчь ФМ. Скажите, пожалуйста, сейчас по соцсетям раскидывают информацию о том, что якобы в Голубицкой эту крокодиловую ферму с этими крокодилами с мылом. Я вас перебью, вы извините, конечно, но дурачок какой-то записал. И вот со вчерашнего дня мне тоже эти вопросы задают. У нас все нормально, никто никуда не убегал. У нас нет возможности у крокодилов никуда деться. Они находятся в таких вольерах. В бассейнах с сетками, что там физически, даже если кто-то и захотел, никуда бы не ушел.